Большинство людей не художники, и они не получают удовольствия от рисования. Поэтому мы создали живое граффити – приложение, которое делает ваши рисунки лучше, а творческий процесс интереснее. Живое граффити превращает любой рисунок в мультфильм и добавляет к нему музыку. Вообще, его можно использовать в различных целях. Например, создавать произведения искусства, поздравлять близких необычными открытками, обмениваться нарисованными сообщениями с друзьями, сочинять анимированные признания в любви и развлекать детей. Я нарисовал слово «привет» и отправил другу. Мой друг своему другу. Так приложение набрало 7 миллионов установок ВКонтакте без какой-либо рекламы. Недавно мы сделали живое граффити для Android. В наших планах создание версии для других социальных сетей и мобильных платформ. Сейчас на живом граффити работает всего 6 человек, и мы ищем инвестиции, которые помогут нам сделать самую популярную рисовалку в мире, а также находить глобальных партнеров и выбирать стратегии развития на каждом из рынков, портировать и продвигать живое граффити.